Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.